сжигает города. Смотри сюда. Друзья, привет, с вами Любомир Борода. Как ваши дела? Сегодня суббота, день нерабочий, выходной. А я решил сходить на работу, выполнить несколько заказов для того, чтобы освободить себе часть понедельника. Да и вообще 4 выходных, мне кажется, что это очень много. Вот, поэтому пока есть свободное время, можно немножечко посвятить его работе. Вот. Город как будто бы вымер, все куда-то поезжали отдыхать. Хотя, возможно, отдых многим обломали, потому что такие у нас нет-нет, да, серьезные дожди и грозы случаются. Вот. И если кто-то поехал на природу там с палаточками, то у них, наверное, очень веселые приключения. Хотя я бы тоже с радостью попал под такой дождь в палатке, чтобы потом было что вспомнить и даже можно поснимать это дело. Ну, это прикольно. Вот. Завтра у нас в городе праздник. Вот, будем гулять. Что-то делать. Я сейчас сижу, подписываю посылочки. Вот, одна в Бельгию, вторая в Штаты. Вот. Как это радостно понимать, осознавать, что в Штаты заказывают нашу продукцию. Вот. Заказывают очень часто. Сейчас вот заказали глину для волос от компании Manly. Ну, я считаю, что это очень здорово, потому что приятно, когда люди в других странах пользуются продуктом, которые производят твои друзья в Украине. Это очень кайфово. Давно в зале встретил бородача. Я, правда, свою бороду немножечко подбрил. Вот. А тут приходит тренироваться такой бородатый дядька, американец, зовут Доминик. Вот. Мы с ним познакомились, я ему подарил футболку нашу клуба бородачей Николаева. Вот. Он очень доволен, скоро уезжает. И я по-английски вообще ни хрена не соображаю, не помогает моя жена Таня. Вот, и договорились с ним сегодня встретиться, сходить где-то покушать, пообщаться. Вот, если он будет не против, то я покажу вам его, вот, сниму какую-то часть на видео. И прикольно было, когда договаривались с ним про встречу, вот, спросили его, в какое место он хотел бы сходить. И он нам назвал заведение, говорит, Вероника. Вот. Мы такие начинаем вспоминать с женой, ну, где же у нас Николаев заведение Вероника. И вроде ничего не это, ну, в память не приходит. А он объясняет нам, что это где-то рядом. И тут меня осеняет, я говорю, вареники, что ли? И он, да, вареники, вареники. И вообще, так оборжался, короче, представляете, вот, вареники, Вероника. Вот, так что сегодня пойдем мы с ним в Веронику. А еще он обещал сегодня зайти ко мне в магазинчик и выбрать что-то для бороды. Так что, может быть, скоро появится. Вот сижу тоже, жду его. Позвонила Таня, предложила поиграть, поехать во фрискобол. Мы так полюбили эту игру, честное слово. Это даже не реклама. Вот это вот такие вот ракеточки. Вот. И американцу своему я сказал, что пришел чуть попозже. Вот. Сейчас поедем, поиграем. А потом уже что-нибудь продадим для бороды и пойдем в ресторанчик. Как дела? Хорошо. Куда собралась? Играть в фрискобол. В августе поедем в Карпаты, обязательно с собой такие возьмем. Еще заметил, что у них вот эти комплекты, которые кайфовые, не для начинающих, они такие тяжеленькие и клевые, которые для начинающих, они полегче. Вот, и по идее ребенку держать вот такой вот комплект из пород вот этого желтого и там красного дерева тяжеловато. Она играет, и видно, что она быстро устает. А если докупить, например, одну ракетку вот из сосны, которая из basic комплекта, из начального, то я думаю, что будет вообще огонь. Вот.
Я уже задумываюсь над тем, чтобы попросить производителя просто сделать мне еще одну легкую ракетку. Тогда будет классный семейный комплект. Вот поиграли, теперь встретили Руслана. Будем пить чай. Какой-то микс получился. Встретили мы Доминика. Ноги. Подержать можем? Сейчас мы будем пробовать трембиту. It's the beer. The beard. It's the beard, I'm telling you. Как-то ездили мы куда-то, и я увидел вот такую вот пасту, такой большой тюбик. И говорю Тане, блин, я тоже хочу такую пасту. И вот она специально купила. Вот. А пока я в ванной, я хотел вам рассказать. Наконец-то закончились две бутылочки шампуней, которые я тестировал. Это Acesar Hands Украина, а это... Блюбер Тревенш. Вот что скажу, у этой алюминиевая банка, она очень классная, с хорошим вот этим вот дозатором. Вот здесь баночка пластиковая, но красивый черепок. По ощущению на голове, когда моешь, на волосах, этот мне понравился больше. Он какой-то такой более свежий, и чувствуется, что волосы чистые, и они, когда вымываешь шампунь с них, они такие нормальные, без всякого жира, что ли. А вот эти, этот шампунь, он оставляет какой-то то ли жир, то ли еще какое-то ощущение на волосах, что они, ну, что они, короче, какие-то скользкие становятся. Не знаю, мне вот этим, в этом плане он не понравился, во всем остальном нормально. Можно мыть как и волосы на голове, так и бороду. Вот, ну и еще... Могу сказать то, что вот такой штукой я пользуюсь практически всегда. Каким бы там он ни был масс-маркетом, но вот именно этот шампунь мне подходит идеально. И для волос на голове, и для волос на бороде. И я, скорее всего, когда поеду сейчас в Карпаты, я вот отсюда просто перелью сюда, потому что тут очень удобная бутылочка. Это такой анти-маркетинг того, что я продаю. Но с другой стороны... Это сугубо мое мнение. Ну и я думаю, что такой шампунь, если вы кому-то подарите, приобретя его предварительно у меня, то все будут довольны. А такой тем более. Сегодня у нас в городе праздник. Сегодня открывают, во-первых, восьмой причал, так его назвали. Это старый речпорт в Николаеве, разрушенный, убитый наглухо. Вот, и инициативная группа людей взялась за него и решили сделать из него хорошее место. Я, правда, там давно не был, не знаю, что они сделали. Сейчас мы идем посмотреть.
Но на открытии этого восьмого причала сегодня даже будет играть Тартак, приезжает к нам. И День военно-морского флота. Вот, и поэтому два этих события объединены. Празднование Дня военно-морского флота будет на открытии вот этого восьмого причала. Там должны вкусно кормить. Туда выехала группа Septon CrossFit. Там будут открытые тренировки по кроссфиту. Ну и должны быть какие-то развлечения, что-то интересное. Вот, сейчас встретимся с Домиником, с которым мы вчера отлично посидели в ЦИПе. Вот, и пойдем покажем ему тоже какую-то часть нашего города. Вообще жалко, что он скоро уезжает. Вот. Как-то поздно мы познакомились, он уже во вторник будет ехать дальше. Как здоровье? Сзади меня как раз здание вот этого речного порта, который переделывают. Не успели доделать под открытие, но почистили то, что реконструировали, пригласили людей, поставили сцену, пригнали корабль. Ваше здоровье, господа. Очень круто. Вот. Надеюсь, что доработают до конца, и это отличное место получилось для всяких городских фестивалей. Подписывайтесь!